Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Перцы на рассаду в этом сезоне были посеяны 3 марта. Выращиваю перчики без пикировки, поэтому приходится подсыпать грунт, как правило, дважды. Перцы взошли, к сожалению, не очень ровно, я показывал, но тем не менее, за счет загущенного посева ростков достаточное количество в стаканчиках, еще окончательного прореживания не делал. И вот прошло примерно 2 недели со дня посева, и подошла пора первый раз подсыпать грунт. До этого просто перчики я окучил, вот они. Еще даже ни разу не поливал, поскольку проверял грунт, влажность нормальная и лишний полив перцам не нужен. Просто окучил ростки и все, но они, видно, уже вытянулись и начал грунт подсыпать. Вот это уже стаканчики с подсыпанным грунтом. Потом, когда перчики подрастут побольше, можно будет еще разочек подсыпать грунт. Ну а после подсыпки перчики наращивают дополнительные корешки и растут хорошо. Ну, конечно, подсыпать грунт очень просто, но поскольку поступают вопросы от зрителей, решил все-таки очень коротко показать, как я это делаю. Вот выбрал себе местечко рядом с подоконником. Подоконник весь занят, там рассада. И вот первым делом проверяю влажность грунта в стаканчиках. Лишний раз это не помешает. Вот такая у меня спица загнутая. Опускаю ее до донышка, проворачиваю, вынимаю и смотрю, какая влажность грунта на донышке. Растираю грунт пальцами. Ну, видно, что грунт более или менее влажный, но уже не настолько, чтобы его не полить. Поэтому немного поливаю. Не очень обильно, но полив делаю. Видно, что поливаю водой теплой, отстойной, но розоватого оттенка. Это немного здесь марганцовки. Дело в том, что рассадный грунт использую магазинный, и вот в этом грунте у меня погибла люфа. Возможно, здесь какие-то споры грибковые, и поэтому подстраховываюсь и поливаю розовым раствором марганцовки. Это поможет избавиться от всякой заразы. Ну и попутно лишние ростки убираю. Ну а подсыпаю грунт очень просто. Прямо под семидольные листики, совочком. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Ну, может быть, мне не хватает иногда аккуратности. Но, тем не менее, все-таки это делать довольно просто. В стаканчике оставляю вот 4 ростка. А будет 2, в конце концов. И 2 ростка будут расти до самой высадки, так и буду высаживать, и они так будут в грунте плодоносить. И потом, после того, как грунт подсыпан, еще немного поливаю второй раз. Полив делаю не обильный. Это для того, чтобы верхний слой грунта, который подсыпан, а он суховат уже, он тоже был увлажнен, и это должно стимулировать ростки к образованию корешков. Вот еще один стаканчик обработан. Ставлю его на подоконник, на прежнее место. Но видно, что места на подоконнике уже маловато. Но пока все еще помещается. Но уже не за горами потепление, и будет на лоджии уже настолько тепло, что часть рассады буду выносить и даже оставлять там на ночь. И вот таким образом я подсыпаю все перцы. Делать это очень просто, но польза от этого довольно большая. И это непременный элемент агротехники, если так можно выразиться, при выращивании рассады без пикировки. Так подсыпаю баклажаны, так подсыпаю перцы и помидоры. Что еще хочу сказать в конце. Некоторые огородники, вот кто-то мне писал, что, дескать, подсыпать перцы и баклажаны нельзя, они корешки не образуют, это им только во вред и все такое прочее. Это не так. Видимо, даже на эту тему есть смысл сделать отдельный ролик, потом, может быть, покажу. Дело в том, что я специально проводил эксперимент по выращиванию рассады баклажанов и перцев, вот именно с подсыпкой. И специально в конце уже сезона, когда рассада взрослая, уже ее высаживать скоро,
Я специально раскапывал в стаканчике грунт и смотрел, есть ли корешки. И корешки там есть. Они очень хорошо образуются. И у перцев, и у баклажанов. Я уж не говорю про помидоры. Помидоры те наращивают корешки мгновенно. Можно срезать верхушки, втыкать в грунт, и они там даже приживаются. И такое даже бывает. Так что я должен здесь возразить тем зрителям, которые считают, что так делать нельзя. Я считаю, так делать не только можно, но даже это еще и очень полезно для рассады. Как бы то ни было, перцы подсыпанные, и теперь надо дожидаться, когда подрастут помидоры, и делать подсыпку уже для них. В конце пожелаю всем огородникам хорошей рассады, хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.